Всем привет. Всем привет. Мы приехали к бабушке, к моей опять. Я помогаю папе. Да, ты покажи, как ты все накрыла тут. Это Варя с Тёмой все носили, да? Тёма, скажи привет. Скажи привет. Ручка, Тёмка. Да, вот так, привет. В этот раз вообще кайфово. Посмотрите, как здесь сад цветет. Вы посмотрите, розы уже. Смотрите, какие цветы расцвели. Да, и ты взяла машину Тёмину, да? А ты коляску взяла вон ту. Вон Варюшкина колясочка, она ее с собой взяла. Вы посмотрите на эту красоту. Все расцвело опять. Смотрите, пионы. Вовсю. Дедова машина. Света ягодку вроде собирает. Ты что делаешь? Укроп ты рвешь. Ты мои нервы рвешь. Блин, Тёма все не с машиной, а с коляской. Да что ж такое-то? Красота. Пойдем покупаемся сегодня. По крайней мере, я точно буду купаться. Бабушка настряпала пирожков. Взяли свечку, главное, а торт забыли купить. А здесь окрошка. Икру, ну-ка покажи окрошку. А, она не размешана. Сейчас будем кушать, скоро садиться, да, Вариш? Да. Купаться-то пойдешь со мной? Да. Мы тебе круг надуем. Да. И Тёме. И Тёма, да. И Тёма будет купаться. Да, и Тёма будет купаться. Все будут купаться. Все будут купаться. Ты мартышка, что ли? Да. Я буду вот так. Здесь куча бабочек. Давай их отпустим. Давай, Варя. Вот и Варя. Три. Пускай. Вот так красота какая. Понравилось? Беги еще лови. Варя с Денисом занимается акробатикой. Давай, 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 давай. Чего ты? И ты, Варя, давай. И раньше стоять умел. Она сейчас. Давай еще разочек. Один, два, три. Давай. Сейчас посмотрю. Видишь, папа? Смотрю. О, видишь, у Вари то лучше получается. Мы приехали на озеро, уже покупались. Детей переодели. Тёмка, покажись. Холодно? Холодная вода? Да. Варя вообще как обезбашенный. Варя всё на глубину пыталась лезть, да? Вот так было холодно, да? Она мне по пояс залезла. И тебе было холодно? Ты мой хороший. Всё, мы тут уже вещи все складываем, сейчас сумочку и поедем, да? Сейчас папа. Что там у тебя? Палочку нашел. Не тыкай в экран, не тыкай. Ты тоже пойдешь купаться? Надо. Я буду надо. Купаться. Нет, Варя, все, ты уже все замерзла прям. Папа, мы так долго. Всем привет! Мы вчера с Денисом ездили по магазинам, немножко закупились мне летними вещами, наконец-то. Июнь месяц заканчивается, я только за летними вещами, в общем, поехала. Начались распродажи, я тут немного прошлась и по распродажам, и обычно новая коллекция. Сейчас покажу вам немножко, что мы купили. Так. Ну, тут чуть-чуть, но, в общем, я сейчас покажу, примерю и вставлю видео о том, какие вещи я не купила, какие, ну, мы просто примеряли в примерочной. Платье Страдивариус, и купила я его на распродаже. Я раньше не покупала цветочками, хотя этот тренд уже давно. Ну, в общем, такое она.
Я надеюсь, что я не кажусь какой-то в нем беременной, потому что я раньше шила сама такие платья объемные, короче, а сама не носила. Знаете, как сапожник без сапог. Мне нравится очень такое летнее легкое платье. Следующая рубашка куплена тоже в Страдивариусе на распродаже. А здесь такие вышитые цветочки. Красивая, клетчатая. А здесь фонарики такие необычные с веревочками. Вот такая. Следующая это футболочка из Бершки. Она без распродажи, но я не знаю, она без скидки, в общем, была такая. А здесь такой оголенный животик. В общем, надо немножко еще похудеть к лету, хотя лето давно уже началось. Вот такая здесь нарисована. Кто это? Собачка? Uh-huh. Собачка. В общем, такая вот футболочка. Следующая футболка тоже из Бершки. Не обращайте внимания, что они помятые. Я еще даже и ценники еще не убирала. Я хотела обычную базовую белую футболочку. Вот такая вот. С шортиками, с джинсиками носить. Следующая покупка это такой комбинезончик джинсовый с шортиками. Я перемерила, мне кажется, штук 10 комбинезонов. У всех застежки были вот здесь. Это, мне кажется, единственный, да, был, который вот здесь застежки. Uh-huh. Да, куплен он в Страдивариусе. Да, тоже по распродаже. Такой. И к нему я купила два таких кроп-топ, они называются. Такой беленький и черненький. Вот так. Что касается обуви, я купила себе две пары. Обе в Страдивариусе, кстати. Вот эти шлепочки, они на распродаже были. Посмотрите, здесь такая, не знаю, видно или нет, такая меховая отделка. Они вот реально как в тапках в них ходишь. Классные, вообще такие розовые, нежно-розовые. И вторые, это такие золотистые, они это из новой коллекции. Такие с золотой отделкой. Тоже классные. Но мне кажется, в них вот полгорода ходят, вот в этих. Последняя покупка это чокеры, также из Страдивариуса. Мне понравились именно вот эти, со всякими сердечками. Такие золотой, черный, розовый, с буквами Love написано и сердечком такой. Ну, по-моему, необычно. Побаловаться можно, тоже, кстати, куплен на распродаже.